мучительной державы властелин грудь изо льда вздымал наполовину и мне по росту ближе исполин чем руки люцифера исполину он был так дивен как теперь ужасен он истинно первопричина зол и от изумления стал безгласен когда увидел три лица на нем росло под каждым два больших крыла как должна птица столь великой в мире таких ветрил и мачта не несла. Без перьев вид у них был не топырий, он ими веял, движа ремена, и гнал три ветра вдоль по темной шире. Струи цита леденя до дна. Шесть глаз точила слезы и стекала из трех постей кровавая слюна. Так великий поэт Средневековья Данте Алигьери изобразил дьявола на дне девятого круга ада в своем творении «Божественная комедия». Именно Средневековье через творчество великих художников и поэтов подарило нам образ пылающего ада с множеством страдающих в вечном огне душ, которых мучают рогатые и хвостатые бесы, и где властелином восседает сам сатана. Сколько проповедей было произнесено с кафедр, поэтично и ярко описывающих встречу с дьяволом и все ужасы ада, ожидающие грешника. Сколько людей больше верят в пекло и силу его хозяина, чем во всемогущество и благость Бога. Что же такое ад? Место, состояние, метафора. Где он находится и кому принадлежит? И главное, что мне делать, чтобы не оказаться за завесой вечности с Богом?